Ну, я вам в прошлый раз говорил, вы задавали это вполне естественный вопрос. Меня поддерживает одна из тех групп, которые составляют вот это вот самое политбюро. Она заинтересована в том, чтобы эта чувствительная, крайне чувствительная и взрывоопасная информация стала достоянием общественности, потому что эта группа считает, что ситуация в России должна быть изменена кардинально. То есть путинский режим не должен быть сохранен даже в модифицированном виде, все должно быть изменено. В частности, это та группа, которая является сторонницей широкого компромисса с Украиной. То есть договора при условии очень широкого компромисса, в отличие, скажем, от Патрушева. А на самом деле, эта позиция, которую я характеризовал как широкий компромисс, она скорее преобладает среди российской элиты. Но вот Патрушев, он тоже готов к компромиссу, но исключительно на тех условиях, которые предлагает. То Вы есть... можете сказать, кто входит в это политбюро? Потому что политбюро образца 82 года, я вам назову закрытыми глазами. А вот кто сейчас туда входит? Да, я назову. Это, естественно, Патрушев. Это, наверное, второй по силе человек Чемизов. А, возможно, в чем-то он не уступает Патрушеву. Это Бортников, это Королев, первый заместитель Бортникова. Причем Королев, наверное, фигура, ну, немногим уступающая по влиянию Чемизову и Патрушеву. Это, естественно, Вайна, это Ротенберги, это Ковальчук Юрий. Это Шойгу, это, сейчас дай бог памяти, в общей сложности это около 20 человек. Но здесь важно иметь в виду вот что. В полном составе они не собираются. Вот, они я собираются, хотел сказать. Нет, нет, такого, как это было в тех репортажах советского телевидения, которые мы с вами видели, этого не бывает. Это, что называется, встреча по секциям интересов. То есть Патрушев проводит совещание отдельно с силовиками, отдельно с экономическим блоком, отдельно с военными. Когда я говорю силовики, я подразумеваю в виду в первую очередь чекистов. Да, и я думаю, что Кочнев входит вот в эту двадцатку, а, скажем, Кириенко не входит в нее, вот в эти 20 человек. Вот, да, около 20 человек общей сложности. Но Мишустин, Собянин входят туда? Нет, они не входят. Ого. Эти люди не обладают тем весом, и главное, вес определяется наличием не столько финансовых ресурсов, организационных, сколько силовых. Вот теми ресурсами, которые нужны для того, чтобы входить в эту двадцатку. Это Золотов. Очень важно иметь в виду. Золотов не знаю, по-моему, тоже нет. Для этого у него отсутствуют другие качества. Понимаете, это все-таки люди, которым надо решать проблемы. И они их в меру своего понимания, некоторые из них весьма, поверьте, не глупы. Хотя те выводы, к которым они приходят, мне кажется, иногда довольно странными, если судить по их поведению. Но тем не менее, в общем, в целом, они весьма не глупы. Они с очень большим социальным опытом, естественно, со сложившимся мировоззрением, колоссальными связями и с опорой именно на силовые ресурсы. Вот пример того, что иногда неглупые люди приходят к странным выводам, это то, что происходит сейчас, ну, с конца прошлого года и по сей день в отношениях между Россией и Украиной, если это можно называть, конечно, отношениями, я имею в виду обстрелы с российской стороны, массированные, почему-то считается, что это способно побудить Украину к мирным переговорам. И это главный мотив, который обусловил вот эти вот ракетные атаки и атаки беспилотников. Меня это очень удивило. Но я знаю, что эта информация, которую я вам сейчас сообщил, она точна. Вы можете представить, что, в общем, в других отношениях неглупые люди приходят к таким странным, это я очень мягко формулирую, странным умозаключениям. Кто же из этой двадцатки стоит за вашими плечами? Ну, давайте пожалеем этих достойных, но очень скромных людей, Дмитрий Ильич.